Vieni. Sì. Io più vicino così guardi. Questi due non, non guardano. Bisogna guardare tre. Non solo una. Questa. Так. Здравствуйте, дорогие девочки. Вижу, вы присоединяетесь. Buonasera a tutti. Да, мы сегодня еще не закончили нашу поездку. Сегодня еще у нас алхимия. Леночка, здравствуйте. Вот мы сегодня с Беатриче. Еще вам покажем сумки алхимии. Улетаю из Болонии, не могла, скажем, не посетить эту фабрику. Беатрича меня и встретила, и на станции, и с отелем помогли. Поэтому, как бы сказать, очень хочется тоже показать у них новую коллекцию. Такие интересные сумки, поэтому мы вам покажем. И интересно, Коме, мы хотим вам показать, во-первых, сумки из нейлона по хорошей цене, не по такой, как кожа. И хочу показать те модели, которые вам понравились, которые мы уже с вами покупали, которые я вам предлагала, но в более темных цветах. То есть я уже понимаю наш вкус не в цветочки желтые, а именно такие сумки универсальные, которые можно носить зимой и летом. То есть ни снег, ни дождь, ничего. Модели, которые вам понравились, но вместе с тем кожа, которая используемая в нашей стране в зимний и в летний период. Вот, так что будет вот Беатриче вам презентовать, поскольку у меня уже, я не знаю, еще, наверное, какие-то силы есть, но уже их мало. Беатриче будет вам рассказывать, а я буду работать переводчиком и оператором. Buonasera a tutti. Partiamo. Partiamo. Questa. Так. Так, девочки, сейчас мы настроимся, потому что будем носить это все за собой. Да, вот эта сумка, которая вам понравилась всем, которые все ее просили. Вот сделали в модных цветах. Да, она закрывается на молнию. Она с длинным плечевым ремешком, с коротким. И что хочу сказать, что цвет кофе, кафе. Сейчас еще. Так. Да, вот сейчас мы подстроимся под рост Беатричи. Браво. Так, вот теперь всем видно. И вот смотрите, вот эта сумка, во-первых, мультиколоры. Цвет кофе и то это кефато тут кон ману. То есть тут ману. Да, все, все вот эти сумки, их обрабатывают все вручную. То есть вот этот краситель, видите, он имеет разный оттенок. То есть разнооттеночные. Мы вам в прошлый раз показывали, что они все красятся руками вручную. И, соответственно, вот делают такой эффект состаренности. Как бы сказать, è un colore leggermente metallizzato. Да, да, немножечко он перламутровый, металлик перламутровый, то есть получается очень такой красивый цвет, перламутровый металлик. И вот опять же вот новые овистуки, новые часори, тут все гости. Exacto. То есть вот немножко новые эти пуговички. Идет вот это, внизу вот идет это также ручка ману вот здесь. И, конечно, вот очень красивый цвет, тот, который сейчас они сделали много сумок. Вот эта вся, скажем, витрина, вся вот эта гамма. Да, да, вот она вся сделана в таком коричнево-кофейном красивом цвете, как цвет кофе, цвет какао. Вот такая красота, и мы вам будем показывать. Просто туда у нас не получится, чтобы с лицевой стороны, будем вам показывать с этой. Ну, прямо на то колор, а? Да. Окей, перфекто. Бенисимо. Poi, да. Sì, sì. E потом, altra vitrina. Anche. Questa. Вот, вот эта модель, которая вам больше всего понравилась, которую вы покупали, она была колоры oro и колоры silver. Вот, смотрите, теперь сделали специально для вас. Скажем, для нашей холодной страны, для нашего климата. Вот такая красивая сумка. Вы спрашивали, она черная, но она не черная, она черный металлик. То есть сумка такая вот come перламутро, come fatto conchiglio, come questo tipo, sì, come. Sono due tipi di pelle, c'è il vitello e questo è il cuoio, la vacchetta per dare il contrasto. Да, вот я вам покажу, чтобы пока принесет вам Беатриче. Видите, она такая, не знаю, как это перевести на итальянский язык, как вот немножко перламутровая металлизированная кожа. Вот эта кожа мягенькая.
вот это койо вакета. То есть вот такую красоту сделали. Ну и опять же, вот ваш цвет любимый, кафе, какао. То есть цвет кофе очень насыщенный. Молния в этой сумке есть, длинный плечевой ремень. То есть очень красиво. Ну уж не знаю, вот даже на темный цвет. Я попробую вот тут на себе, холодно. Я в пальто, потому что холодно, боюсь простудиться. И на улице холодно, и у них холодно. Вот такая красивая сумка. Даже вот смотрите, когда разноцветная. Скажем, что-то такое яркое, да, и вот как красиво смотрится вот этот кофейный красивый цвет. И вот Беатрича будет вам показывать вот черный. Перфетто дамми. Вот смотрите, опять же, яркий цвет у пальто. Ну уж, да, тут уж не подбирала, в каком приехала, в таком месте. Вот посмотрите, как хорошо. У меня здесь черная окантовка на пальто, черная сумка. Очень хорошо она смотрится и на сгибе локтя, и также на длинном плечевом ремне. Вот голосуйте, кому нравится, пишите, потому что уже у меня, честно говоря, нет сил даже думать, соображать. Помогайте. Помогайте, пишите, кому что нравится, голосуйте, потому что уже этот, как сказать, все способности моего мозга, да, использованы за 3 недели. Вот смотрите, как здорово, классно смотрится вот черный цвет на, скажем, ярком пальто. А questo colore anche jeans. А вот коричневый, чуть-чуть сюда, пью ветчина, черный, кофе и вот красивый цвет джинсовый. Анки Буона пер капотто пер тутто. Вот смотрите, цвет джинсовый, да, тоже вот хорошо смотрится. Вот так показываем вам, вот, пожалуйста, тоже с пальто. Вот яркое пальто. И посмотрите, как хорошо смотрится. Вот у меня тоже тут и синие, и зеленые, всякие разные есть. И вот как раз-таки, как хорошо смотрится с, скажем, таким не однотонным пальто, и с однотонным будет прекрасно смотреться. Ну и вот этот красивый цвет. Все мы носим джинсы. Вот, и, соответственно, особенно с casual, с джинсами, со всем. Добрый вечер, все здороваются. Очень красиво будет эта сумка. Вот, хочу ее взять в 3 цветах, потому что золото-серебро вам понравилось. Ну вот, как раз-таки зимние варианты. Черный, кофейный и джинсовый. Вот, напишите, пожалуйста, ваше мнение. Перфетто. Anche questo molto sì, molto bello, due misure. Да, вот смотрите, такой красивый мешочек вам показывает Беатрича. Тоже вот видите, такие сделаны клапан на кнопочках. Да, вот так сделан здорово. Кармашек здесь, таска, молния. Таска, anche dietro. И сзади тоже молния. То есть это такая вот удобная сумка в стиле casual, с джинсами, совсем она очень хорошо будет смотреться. И текстильный вот такой модный, широкий, красивый ремень. Вот такой прям как мое пальто, como mia capotto. Да, и вот если однотонное все, посмотрите, как классно это смотрится. Сумка в стиле casual. Вот так очень спортивно, скажем, интересная, потому что здесь кожа такая, она неоднородная. Здесь видны вот все прожилки, как говорил когда-то Алексей, иногда смотрю это видео, когда он рассказывал. Да, здесь вот это пиомба, то есть свинец. Вот видите, здесь при такой обработке, во-первых, мольто морбиде. Мягчайшая вот эта вот, просто мягчайшая вот такая кожа. И здесь вот неоднородный вот этот вот металлизированный цвет, видите, и вот свинец, то есть серый цвет, вот все так интересно сделано. Вот такая красивая сумочка. Которая из них, вот про этот мешок вы говорите или про другой цвет? Кафе. Да, то есть скажите, про какую сумку речь идет, если про мешок, то будем вот вам все показывать, что идем, скажем, по витрине, чтобы не ходить по магазину, будем идти от витрины к витрине. Поэтому или же напишите мне, про какую сумку речь идет. Да, у меня в руках Domandano più chiaro, come beige, tutto. Beige più chiaro, si possono fare. Можно сделать, да, но сейчас образца нет, да, вот показывают. То есть мы сейчас вам показываем, да, то, что есть. Вот можно сделать вот такой цвет. Он такой, знаете, золотистый,
Вот он золотисто-бежевый. Это все красят руками. То есть все вот эти сумки мы показывали в прошлый раз, но уже сейчас, честно говоря, и холодно, и все уже устали, да, его красят вот эту кожу, она прям белая, а вот эта рыжая, и красят руками. Скуза меня, пой прендеры уна борса, ке бьянка, и допо факто туристо калори. Сейчас вот Беатрича принесет вам, мы покажем вам, то есть это все ручная работа, чтобы получилась вот такая красивая кожа. В прошлый раз показывали, но уже прошло много времени. Вот она сейчас вам принесет полуфабрикат. То есть вот такая сумка получается. А она сейчас вам принесет ее белую с рыжей вакетой. И все это прокрашивает руками. Здесь, конечно, такой своеобразный стиль. Но для тех, кто любит вот такие спортивные вещи. И когда я брала первый раз, я очень много взяла этих сумок. Таких вот, скажем, кожа вся перфорированная в цветочки. И получается, что ну, в нашем климате, наверное, такие сумки можно носить только летом. Сейчас вот я уже с пониманием, с опытом, то есть, видите, вот здесь тоже есть три отделения. То есть я уже сейчас выбирала ну, все модели, во всяком случае, прошу Беатричи показать, чтобы они были не перфорированные, они были, скажем, более зимние, осенние, весенние, чтобы были без дырочек. Вот такая тоже сумочка есть. Сейчас вот она принесет вам, покажет, как это выглядит изначально. И как потом приобретают этот сумки. Эти сумки, свой красивый цвет. И вот мне понравилось. Вот смотрите, какая красота. Вот она большая сумка-мешок. Вот она маленькая. Потом сделали тоже, если меня смотрит Оля, тоже сделали сумку из такой кожи, как у меня куртка. Мне очень понравилось из мягкой. И вот, господи, тут еще пенек у нас. Мне некуда отойти. Вот большая, вот маленькая. Перфекто. Вот. Ой, exactamente questo. Exacto. Вот, смотрите, было вот так. Вот эта сумка. Prima così. Prima così. C'è la pelle questo color naturale e la vacchetta. Questa è la vacchetta. Да, то есть, вот, смотрите, натуральный цвет кожи. И кожа вакета, вот она, не крашеная абсолютно, вот она эта сумка. И вот смотрите результат, а какой это результат? Exacto. И вот смотрите результат, показывает там и там, tutto fatto a mano. То есть sì. Все вот это вот, вот questa bianca, è fatto come tamponato, tutto. Sì, viene tutta colorata a mano. Вот смотрите, все. Per ottenere questo colore. Для вас любимых, да, вот так было с пятами козеквеста, ну, molto comoda. Scusa. И вот так стало. Sì, sì, vai, vai, vai. Да, вот, вот смотрите, помню, что у нас есть иногда такие, знаете, диванные, как это сказать, господи, эксперты. Да, и вот Беатрича рассказывал, человек, который работает много лет. Беатрича, quanti anni tu hai padre? Tu hai detto 90? 82. Вот, 82 года отцу. Он еще до сих пор работает. Вот это вот изобрели, вот этот, видите, вот способ окрашивания кожи. То есть она вот натурального цвета. Потом делается вот крышечка из вакеты. И становится она потом вот такой красивой. То есть вот так ее вручную прокрашивают. Molto bello. Да, и вот смотрите разница. Да, вот хотите, вот он получается вот такой серый цвет. Да, то есть асфальт. Вот очень красивый мешок такой асфальтовый. И вот такой красивый мешок коричневый. И adesso di moda. Вот все эти цвета уж... Ой, скузами! No, 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 sono io che... Вот смотрите, как... C'è molta carta adesso. Да. Вот много бумаги. И вот такой классный мешок для тех, кто ходит, например, в тренажерный зал, кто любит спортивный стиль. Вот он, пожалуйста, из белого стал. Хотите вот такого красивого, глубокого кофейного цвета, неоднородного, а вот переливчатого. И вот, пожалуйста, вам серый. Вот мне тут все цвета. Перме тут буона, così guardi, tutti colori. Tutti colori. И синие, и серые, и коричневые, и желтые, какие хотите. Вот, пожалуйста, вот такая красота. Irina, come colore chiaro ci può essere il caramel, si può fare questo modello in caramel che è molto bello. Così. Sì, per la primavera. Вот смотрите, говорит Беатриче, что вот этот цвет, кто спрашивал, да, то вот эту сумку можно сделать вот в таком цвете, в цвете карамель. Вот, это такой рюкзак, да, интересный, но вот можно сделать вот этот мешок
Вот в таком карамельном цвете, если вам нравится вот этот цвет, то есть не бежевый, вот такой карамель. Здесь же это все руками красят. Здесь нет так, чтобы вот купил. Спасибо большое, Скривана Кебоне Борсе. То есть здесь не красят, да, как скажем, вот так вот машинным способом, а здесь все это прокрашивают руками. Поэтому не все цвета возможно сделать. Но вот видите, вот здесь на большом, Quando Grande. Sí. Вот видите, вот видно вот эта вся вот разнооттеночность. Это, кстати, рюкзак. Sono zaino. Vuoi che lo metto? Vuoi provare? Certo. Вот смотрите, какой удобный для, скажем, для молодежи, да, и для спортивных. Да, molto buono per viaggio. Sì, così come. È leggero, è leggerissimo. Da, è come indossare un gilet. Sì, esattamente per me bisogna, sì. Per chiudere le mie valigie. Да, вот смотрите, sì. Такой классная идея, да, вот такого рюкзака. Она говорит, что он очень легкий, очень удобный. Да, молнии, да, и вот по бокам молнии, да, и вот такой интересный. А dopo questo chiudere solo questo questo dietro. Ah, questo dietro. Questo e anche dietro. Ah, anche dietro. Да. Così. И вот здесь еще. А вот еще и внутри. То есть морбиде комплетаменте. То есть вот он, смотрите, такой интересный, да, вот в глубину идет в кармашек, и вот, пожалуйста, можно вот так сложить. Anche posso se viaggiare comprare regali, sì. Qualche spese, posso dopo fare. Вот, да, вот смотрите, она говорит, что он маленький, его можно сложить, если вы поехали на отдых, да, потом купили какие-то, скажем, подарки, вещи, и, соответственно, можно потом его, ну, сюда все это положить и вынуть из чемодана и как ручную кладь его носить. Bono. E che cosa altro volevo mostrare? Poi, cose piccole ci può essere questa. Ah, anche simpatica. È carina, molto. Да, и вот малышка. А tre scomparti. Да, три отделения, серединка есть. Tutte le zip interne. А, видите, как интересно. Мало того, что она говорит, что здесь вот третье отделение есть, так еще, видите, здесь есть вот молния. Да, и вот здесь вот есть молния. То есть, видите, мало того, что сумочка может быть и открытая, но у нее три отделения, да, и вот еще по бокам два отделения. Длинный плечевой ремень. И вот я говорю, сегодня прям холодно, говорю, буду в пальто, не разденусь, потому что правда холодно. И вот вам как раз, смотрите, come illustrazione, ha detto che freddo non voglio come aiutami svestire. E adesso guardi come non vestito per casa. Per casa, certo. Да, вот vestito per strada. Да, вот смотрите. Да. Вот, пожалуйста, как смотрится классно вот эта сумка с пальто. Вот она серого цвета с коричневой полосочкой. Вот она джинсовая. Пожалуйста, и так, вот она хорошо смотрится, малышка. Кому велика вот та большая сумка, вот они такие красивые маленькие. Все закрыто, никаких дырок, ничего нет. Да, здесь она solo chiudere così. Si chiude solo così. Да, то есть вот так. Possiamo mettere anche una calamita. Да, per nostro clima un po' che è aperto, meglio questi che si possiamo mettere a calamita. Да, и вот так вот, пожалуйста, она говорит, можно сделать и магнитики. Да, и статики вольнут. Так, вот смотрите, какая здесь красота. Вот она сумка, похоже, дорожная. Вот она большая, красивая, два оттенка коричневого цвета. Questa vacchetta, questa morbida. Esatto. То есть это вот то, что было белого цвета, да, это вот вакета. И вот какая красивая anche per uomini, anche per palestra. Да, вот она говорит, что очень здорово. Вот смотрите, прям видите, вот мультиколор. Серый переходит в коричневый. Вот очень красивое такое, как Леша мой говорил, что говорит, видны все, come пели нормали, тут come si dice, структура di пели. Sì. Да, тут, вот смотрите, при таком окрашивании, видите, видна вся структура. Добрый вечер, вижу, девочки здороваются, Лена со мной. То есть вся структура кожи натуральная. Вот при таком окрашивании, смотрите, какая красота. Вот здесь логотип, да, вот это все кое, то есть это все, как бы сказать, делают два вот этих разных вида кожи, come differenza, да, и вот смотрите, карманы здесь,
молния, длинный плечевой ремень, сумка мягчайшая для поездок. Вот он, длинный широкий плечевой ремень. И даже здесь вот еще идут кармашки для, да, для документов. Идет карманы, вот эта кожаная подкладка. То есть во всех отношениях удобно и для тех, кто ходит в тренажерный зал, и для тех, кто ездит в поездку. Да, кармашки вот эти закрываются. И, конечно, вот эти вот модные красивые цвета, которые колоры ди мода. Вот она, большая красивая сумка. Не знаю, по ценам, уже до цен руки не доходят. Se prezzo dopo scriviamo. Dopo scriviamo. Да, потому что если мы еще будем цены приблизительно, да, я могу сказать, что они где-то 30-33, да, 35 тысяч. Вот смотрите, какая красивая сумка. Беатрича вам покажет. Но я даже не знаю, как. Вроде как и Грейс Келли, вроде как и Биркин, вроде и карманы. Вот кто просил наружные карманы, то вот, пожалуйста, эта сумка Контаска Фори. Такая вот объемный карманчик. Вот кто просил вот сумки с карманами. Здесь один карман, здесь другой. Вот она, видите, вот эта вакета здесь красивая. Здесь мягкая кожа, вот эта вся штука вот так открывается. Вот она. Solo per bellezza. Да. Вот это только для красоты. Она говорит, что удобная эта сумка чем, что здесь вот этот молния, она только в смысле замочек этот, он только для красоты, чтобы как бы сказать стиль. Sì. Так вот. Qua ci sono si apre con la cerniera con le zip. Чтобы удобно было руки не поднимать. Okay. Да, и закрывается, видите, вот один отдел, да, на молнии, второй отдел, там вот внутри карман для документов широкий, то есть вот в плане удобства, и вот это вот можно сделать шире, когда вот этот ремешочек расстегиваете, да, то получается, что еще более широкое открывание. Да, и здесь карманы, здесь хлопковая подкладка. То есть вот такой красивый спортивный стиль, вот такая красивая сумочка спортивного стиля. Да, вот так она здорово смотрится. Вот у нее однотонная как раз, видите, у меня яркое пальто, а у нее однотонная черная куртка. И вот так она хорошо смотрится. Мольта Карина. Мольта Карина. Можно. Да, тут Таска, Квалькоза, но вот немножко все-таки новый такой стиль. Вот эти вот объемные карманы красивые. Вот, добрый вечер все, и вот смотрите, как красиво. Вот спортивный стиль, да, куртка, жилет, брюки, кроссовки. Очень хорошо эта сумка смотрится. Не пячу ногу. Sì. Анки, спасибо. Быстро. По мувере. Sì. Questo più spazio. Qui abbiamo una linea composta da tre misure. Piccola, media e grande. Да, вот она говорит, что вот эта линия имеет три размера. Да, здесь нам уже легче, потому что там негде ходить. Там витрина, уже как бы темно на улице. Вот смотрите, она говорит, что три размера у этой сумки. Да, вот принцип один и тот же. Вот она, смотрите, самая большая. Да, вот такая для тех, кто высокий, скажем, рослый. Вот. И, да, и для маленькая, и средняя. Конечно, molto bello colore. Il colore bellissimo. Да, вот цвет questo. Очень красивый, правда. Здесь это вот bello. Коричневый цвет просто невероятно красивый, потому что он такой шоколадный, переливчатый весь. Он металлик, еще и металлик перламутровый, поэтому очень красиво эта сумка смотрится. Именно, конечно, это спортивный стиль, да. Вот и малышка такая красивая. Molto bello. Hanno tutte tre scomparti. То есть все с тремя отделениями сделаны, и плюс еще кармашек для документов. Да, да, и три вот отделения. Она показывает, что длинный плечевой ремень. Да, у всех этих сумок есть короткие ручки и длинный плечевой ремень. Да, вот она вся вот эта коллекция темная, такая красивая. Очень красивая. Это chiaro. Queste ci sono anche in chiaro, in beige. Вот она как раз. Мия колорату тутто. Вот. Вот она, пожалуйста, этой в более светлом цвете, если кто-то спрашивал про светлый цвет. Questo colore corda.
Цвет корда? Корда. Ну, цвет веревки, такой, что-то такое, миеле. Меда. Да, меда. Цвет меда, цвет корда, это веревка, непонятно какого веревка цвета, но вот цвет медовый, бежевый медовый. Mm. Molto bello. Bello. И poi c'è anche il grigio. Piombo, te lo faccio vedere. Сейчас покажем вам другой. Вот еще пока Беатрича. Вот, кстати, что хотела показать. Смотрите, какое красивое донышко, да, вот видна вся структура кожи на донышке, да, вот как здорово сделано. Guardi che bello. Sì. Да, вот. Queste sono tutte le venature della pelle. Да, то есть вот все венки, она говорит, венатура della pelle, то есть это все венки у животного, да, вот все вот это вот видно. Вот такая красота. Questo è il colore asfalto, sì, che è molto bello. Цвет асфальт, серый. La media e la piccola. E вот чем светлее, che più chiaro, più bello. Mm. Nero, sì, tutti piacciono. Ma ha più resa, più effetto, sì. Sì. Oltre a parte incredibile cioccolato. Sì, cioccolato è bellissimo. То есть вот мне необыкновенно sì. Красивый коричневый цвет, вот серый. Да, чтобы тут камеру не закрывать, не попадать в нее. И, конечно, вот эти коричневые цвета очень красивые. Потом вот сделали такой красивый клатч. Мне тут уже немножко попоказывали. Вот come questa piccolina. Sì. Вот смотрите, как интересно. Да, вот такой mascara così to sai. То есть получается и паше, да, съемный плечевой. Ремешок, вот так вот идут вокруг, скажем, вот эти вот, да, вот так он завязывается, да, вот просто, да, вот так застегивается. Можно носить как вот так клатч, а можно контрколо. Контрколо. Вот смотрите, вы спрашивали про вот такие сумки. Вот смотрите, какая красота кроссбоди. Да, вот так вот смотрится она как кроссбоди. Вот что-то такого, скажем, другого стиля. То есть я вам предлагаю сумки разного стиля, спортивного, классического, гламурного, разного-разного. Вот кто-то любители квалькуна пиачина квеста стиля, квалькуна глэмур, квалькуна классика. То есть вот вам предлагаю сумки, которые именно красота кожи видна, кебелеца, дипели, дико. Questa si presta bene anche nei colori caramel, come lo zaino. Да, то есть вот все вот эти цвета, она говорит, что можно сделать этот клатч в тех же цветах, что мы вам показывали, в черном, в коричневом, в карамельном. Можно также сделать. А мостри questa borsa strana. Вот смотрите, новый стиль, да, мне показала Беатрича, новое. Вот, пожалуйста, можете написать свое мнение, напишите, пожалуйста. Она говорит, что это модная сумка, которую все покупают. Как она называется? La linea? No, pelle. La pelle. Questa stampa cocco. No, come modello tu mi hai detto. Bag. UFO. UFO bag. UFO, il disco volante. UFO, UFO, UFO. Ah, UFO, il disco volante, quello che come topolino, oppure topolino pizza, grande. Oppure pizza. Да, то есть это вот летучая мышь или пицца. Вот смотрите, такую интересную сумку сделали, здесь крокодил штампованный. Да, прелесть, да, вот, и тут я говорю, не понимаю, она говорит, это модно, все покупают сейчас, потому что необычно. Мягчайшая кожа, дико на кебелеца. Да, и вот она такая интересная сумка, она говорит, или пицца называется, или летучая мышь. Вот такая красота. Да, это было. Ну, красный я не знаю, наверное, хоть у меня тут что-то красное, я уже не знаю, у меня тут каких только колоров у меня нет на этом пальто. Между прочим, везде ходила, все магазины заходила, все говорили, какое красивое у вас пальто. Но вот видите, как раз пришлось холодина, пришлось вам похвастаться. И вот смотрите, как классно смотрится. Но вот красный, не знаю, вот этот вообще очень красивая сумка. Questa molto bella. И вот, да, вот этот вот логотипчик вот такой аккуратный, да, алхимия. Вот эти заклепочки все. Вот такое донышко.
То есть вот такая красота НЛО. А, УФО, come НЛО. УФО, come СССР. Come il disco volante, да, 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 вот, вот, aiuto на клиенте. Я, у меня уже НЛО уже вот тут, вот, уже меня все спрашивают, я уже улыбаюсь, как дела, говорю, хорошо. Вот, а так НЛО, спасибо большое, да, вот я вижу, вот вам маленькую под джинс закажите. Вы имеете в виду вот те, что заказывали сумочки, те под джинс или совсем крошки? Ну вот, не знаю, вот по поводу этих, вот напишите ваше мнение по поводу этих НЛО, как вам нравится. Маленькую под джинс. Коме пиколина под джинс. Да, уж не знаю, какую вам маленькую, вот вам, чтобы вы могли сделать скриншоты, но вот это действительно удобная сумка, вот я же говорю, на мое вот это разноцветие, тут еще придумать что-то надо. Вот смотрите, как классно смотрится. У Беатричи все черное, да, у меня все колоры. Вот, вот вам, пожалуйста, вот так в колорах. Вот так в колорах. Мне кажется, я уже приеду домой и буду в эфире с вами уже по этому, как это сказать, автоматически на итальянском языке разговаривать. Потому что уже у меня, я не знаю, мозг, он уже с этих полочек берет, видно, те слова, которые ему нужно находить. Или вот эту вот Беатричи вам показывает. Какую вы там маленькую спрашивали, вот можете сделать скриншот, мы вам все показываем, да, потом пришлете мне... Господи, скриншот. А, вот, и НЛО очень интересное. Так, сейчас, Беатричи, у нас секунда. Почему кузи? Локата, квалькуна. Окей, баста. Почему кузи? Так. Да, вот пишут, какую, да, вот эту малышку, вот эту вы хотели, да, вот эту маленькую. Ну, вот они все красивые, все вот в этом цвете. Come prossima, sì. La far vedere le tracoline piccole da portare di traverso? Sì, sì, anche questa. E anche questo, sì, anche quella. Да, вот смотрите, сделали новые сумочки. Вот вы знаете теперь, какие были вот сумки тройные. А теперь вот сделали интрейч. Вот смотрите, мягенькое плетение. Много сумок в этом цвете, в смысле в этом плетении сделали. Вот они, смотрите, какие получились мягкие. С этой стороны вот она, вот эта обычная гладкая кожа. Ручка, трако, длинный, да, длинный плечевой ремень. То есть это кроссбоди, сумочка кроссбоди. Три скомпарти, да, и соответственно вот три отделения, то есть между ними открытый отдел, два отделения на молниях и соответственно вот такая красивая, вот смотрите, какая классная мягкая кожа, вот такая здоровская, плетение и вот подтверждение того, что красят руками, вот она, видите, под складочкой сотто. Да. Вот, вот видите, вот под вот этими складочками, то есть вот показывает, что все это красит руками. Вот она, видите, переворачиваем, там они все вот такие светлые, белые. А здесь вот все вот это вот так прокрашено руками. Все зашито, очень красивая сумочка. Сейчас Беатричи вам наденет длинный плечевой ремешок. Вот смотрите, какая красота. Здесь, я говорю, здесь в этих сумках, конечно, вот красота кожи. Вы видите, что она вся отражает свет. И вот, соответственно, сделаем чуть-чуть ниже, опустим, чтобы... Да, серый цвет. И вот Беатричи вам примеряет на себе, как кроссбоди. Вот она на длинном плечевом ремешке, у нее две ручки, то есть ручка более короткая, ручка более длинная. И вот, соответственно, Анки Гриджо, сын Белла,
серый цвет, он такой более универсальный, очень оригинальный, мягкая, удобная, как подушка. Ну и вот этот Color de Moda. Да, вот я сейчас этот цвет Pantone на этот год, на 25-й год, такой come Pantone ha fatto che questo più di moda color esattamente, да, да, вот этот вот, не знаю, come nome di questo, non lo so. Color cuoio, cuoio beige, то есть вот не знаю, вот я читала, что Pantone. Да, вот как бы сигара, да, вот этот цвет, да, этот цвет на 25-й год, самый модный. Вот, пожалуйста, вам самый модный цвет. А потом тут нашла, да, вот такую малышку хорошенькую. Вот это, смотрите, штампованный вот такой вот квестанки стампо. Стампа-конкурс. Да, вот смотрите, какое интересное тиснение крокодила. Мольта-мольта. Да, очень, как бы сказать, очень такой реальный. Да, вот цвет, соответственно, вот такой вот, видите, как бы сказать, цвет, я имею в виду, что штамп очень такой реалистичный. Уже, девочки, извините, правда, заговариваюсь, комо-реали. И вот смотрите, что удобно. 5 отделений, то есть 3 молнии, 1, 2, 3. И вот, соответственно, видите, еще 2 кармашка. Anche la tenere sotto al cappotto. Вот она говорит, что можно, да, есть еще кисточка вот такая. И она говорит, что можно прямо сверху пальто ее надевать. То есть вот так получается. Вот как раз таки, не знаю, это, наверное, куда все подходит. Или к сумке под пальто, или пальто под сумку. Вот так. И вообще легчайшее веса. Веса нет у нее вообще. От слова совсем. Она совсем легенькая и очень такая красивая. Вот он опять модный цвет этого сезона. Коричневый. Вот, соответственно, вот такая сумочка. Тут у нас трата questo colore. Это другой. Это вот другой. Я подумала, что цвет коричневый. Мы еще не дошли до тех сумок. Это вот напа. То есть это вот как раз таки мягкая, мягчайшая вот эта напа. То есть вот эту сумку сделали, видите, еще и в напе. Они не только вот в этом койо. И сделали вот мягенькую, плетеную. Вот он прям шоколадка, плиточка шоколада. Вот такая красота. Коме шоколаду. Ho dimenticato anche il mio tè, caldo. Puoi mostrare qualcosa di loro? Sì, va bene, questo che intanto vedi. Sì. Questo voglio dire. Mostra la borsa, questa è la forma cilindro, Irina. Da, per la casa di Beatrice, Zenice, oggi faccio piti. È la borsa intrecciata. Con l'intreccio, la zip, le borchette. Ora imparano la lingua italiana. Ah, ok. Questa settimana parlo. Le borchette. Да, вот, кстати, è тоже. Carina, questa l'hanno presentata un po' in tutte le sfilate, le firme. Да, вот напишите мнение, да, вот об этой сумке. Вот она говорит, что вот это вот самый модный, как бы сказать, форма. Они вот презентовали эту сумку как новую модель. На показе моды, вот она, видите, такой батончик. То есть вот она вся вот в этих заклепочках, да, вот видите, вот она батон. Весь плетеный этот батончик. И вот так вот молния, где заклепки. Вот здесь очень интересно. Вот он красный. Это останки ди мода. То есть форма. Форма ди мода. То есть вот она говорит, что Беатрича говорит, что это очень модная форма. Что вот сейчас это все, как бы сказать, последний писк. Вот. Вот эти батоны. Вот он красный батон. Гриджи. Да. Асфальт. Вот асфальт. И вот, пожалуйста, темно-серый. Но я думаю, с такой сумкой точно незаметными не останетесь. Кожа мягкая, модель необычная. То есть хотя бы что-то новое. Не повторение того, что мы видели в прошлом году. А вот такая интересная, вот смотрите, какая мягчайшая кожа, да, и плетеные вот эти вот большие, такие широкие полосочки. Да, вот кто-то пишет, что да, очень модно. Что, вот они, видите, три. То есть серый, такой кофейный, кофе с молоком, да, и вот бордовый.
что все клиенты скривано, какие сиси, колоры, кома форма, димода. Димода, все. Сиси. Те просим допо. А ты нам не вот смотрите, вот эту же модель, которая вам всем нравилась, которую мы продали быстрее всего. Вот она в такой серой коже. Вот она мягчайшая, мягчайшая. Вот здесь она просто мягусенькая, мягусенькая. Крышка более плотная. Вот она вся вот в этих заклепочках. Закрывается она здесь вот на клапан. Молния есть. То есть эта сумка уже хорошая. Мы уже ее проверили. Ее самую первую, карман для документов. Ее купили, эту модель всю раскупили, самую первую. Вы просили еще. Вот она, пожалуйста, кроссбоди. Вот она хорошо смотрится и на длинном плечевом ремне, и на коротком. Она достаточно вместительная, мягкая. Для тех, кто любит вот этот джинсовый стиль, сумка вот очень востребованная, скажем, классная, потому что такая она необычная. Вот он металлик, видите, вот он прям перламутровый металлик, как машина, очень красивый. Я помню, что она что-то 20 с чем-то тысяч, что я уже забыла. Ну, я говорю, ценников здесь нет, это надо считать все экспромтом. Вот это было просто. Далее, вот. Хочешь посмотреть, как вот те интересанты. Que son carine, molto. Вот смотрите, какая красота. Io penso più luci se andiamo andiamo un po' più in qua oppure qui no non comoda per te sì andare qua вот смотрите какая интересная да вот это получается и форма и come si dice tutti questi stellini tutto ci sono le stelline ci sono qualche teschio qualche morti vivi le monete. Да, то есть вот, смотрите, для тех, кто носу прови, ква, где мелия. 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 Ну, на секура. Окей, проверим. Сено, мы проверим. Кузи лучше, чем квеста, панта, пенса. Мелия, кузи. Сейчас мы попробуем, да, как лучше. И оно кома да перте, андары, квеста бука. Да, вот смотрите, какая интересная, да, вот она показывает вам. Ну, это мне кажется, что уж такая сумочка, конечно, молодежная, потому что тут и звездочки, и черепа, и монетки. И вот, видите, разного размера. Вот тут те дифференции. Вот эти вот маленькие две. Нет, комода. Вот. И вот мы показываем вдвоем, да, вот вместе. Что вот здесь, видите, вот один кармашек, второй кармашек, третий. На ручках то же самое вот так сделано. Тоже. И кисточка еще есть. И вот эта красивая, вот перламутровая серая кожа. Очень такая интересная. В обработке. Блестящая, мягкая, необычная. И вот коричневая. Анки кафе. Да, и вот Беатрича показывает вам цвет кофе. Такая красивая сумочка в цвете кофе. Да, длинный плечевой ремешок есть. Вот, там сейчас мы достанем. Ну вот, сейчас мы наденем длинный плечевой ремешок. Почему кузи? Да. То есть вот он короткий. Ну, давайте представим, да, что есть длинный. Потому что тут роли. Субито. Вот она, видите, такая. Угу. Вот, они такие, они очень комфортные, мягкие, какие-то домашние такие. У них мягкая, приятная кожа, и вот эта ручная окраска. Мой это комода, пиачка, клиенты, да-да. И вот они, видите, много отделов, много туда вот... Она фара пассажат, инцентр, да-да, то есть вот погулять, да, вот, или в поездку, она говорит, хорошо, что вот здесь кисточка, вот здесь кисточка, и, соответственно, вот много отделений, то есть очень хорошо для поездки такой, тут и поспать на ней можно, как на подушке, и, соответственно, очень удобная мой это комода. Да, вот стиль такой, монетки, все эти металлические штучки. C'è la rossa, però la rossa è semplice. Да, да. Вот
Ключ говорит, что на красный нет ничего. Если не хотите эти монетки, то вот просто она говорит, что красные, видите, без ничего. Просто вот с этой стороны красные и с этой стороны красные. Вот при отделении, то есть не обязательно вот такой дизайн, который яркий. Есть вот он просто однотонный. О, Костя, тут тебе очки. Да, вот Беатрич вам покажет, что вот смотрите, вот это вот хит наш. Опять же, все эти сумки тоже раскупили. Это вот кроссбоди, две модели с клапаном и вот это. Да, что три отдельных отделения, еще два между ними. И вот здесь красивый дизайн. Здесь, конечно, перфорированная кожа, но она всем понравилась, потому что она такая необычная. То есть вот она все, вот эта разнооттеночность. Зим, и вот этот вообще необыкновенный. Кэста Белиссимо. Да, вот он, видите, коричневый такой, коричнево-серо-синий. И вот здесь вот такой красивый вот этот вот ремешочек с заклепочками. То есть очень красивая сумка. Коричневая, синяя, серая, синяя. То есть вот такая красота. Очень красивая. Да, и вот... Lo stesso modello, mm-hmm. con la pelle intrecciata. Да, вот это вот сплетеная сумочка, такая более спокойный цвет. Questa più per estate. Per estate, sì. Да, вот это вот летний вариант. Вот у нас такая желтая есть, да, и еще какая-то, вот есть он такой, интреч. Комодиссимо questa. Да, длинный плечевой ремень. Dopo c'è l'altra cola lunga da mettere così. Да, то есть это вот так надевается сумочка на тело, на длинный плечевой ремень. Molto comodo. Mi piace molto questa bella. Questo colore. Questo è di Pantone. Sì. Этот цвет самый модный у Pantone. Вот это вот просто она вообще вот это вот цвет, ну я не знаю, очень красиво. Вот эти переливы синий-серо-черные, очень красивая вот такая сумка, просто великолепная, невероятная. И вот она в темном цвете, да, вот она в коричневом цвете, тоже вот она плетеная, такая красивая, в коричневом, коричнево-черно-серый какой-то цвет, очень красивый, темный. Це колори п'ю скурі. Скурі. Очень красивая. Вот она в таком цвете, очень красивая. Да. П'ячена. Квальки клієнти. Сейчас, подождите, я понесу, да. Se queste sono troppo estive. Facciamo queste anche più colore. Sì, sì, sì. Più luce. Sì, esatto. Видно, да. Questo è lo zaino che guardavamo prima. Да, вот она говорит, что вот этот рюкзак, который видели в начале. Questo è uguale modello di altri colori. Esatto, in altri colori. Да, вот она, sì. Questo. Вот она, смотрите, che какая bella. Красивая. Вот какая красивая эта сумка вот в этом цвете. Лучше вот здесь, наверное, больше света будет, не знаю где. Grigio con... Questo è un colore fango. Un topo scuro. Да, вот видите, такой красивый цвет. И вот все вот эти вот, вот все, все прожилочки на коже. Это faccio. Vicino. Voglio che più... Найду, где больше света, да, здесь. Вот. Чуть-чуть поправлю. Да, вот очень красивый, что вот видно рисунок. Хочу, чтобы свет был. Вот, вот тут видно. Вот видите, все прожилки кожи, все вот это вот видно. А, здесь более твердая кожа, вакета. Здесь мягкая. И вот этот ремешок, ну, молния. Здесь эта сумка хорошая, Questa buona модель. Тут и коноска, на кезе, тут и кьюза. Ванзипо, тут... Да. Вот эти же мешки, которые мы вам показывали. Да, сейчас немножко подвину ближе. Да, еще боюсь, чтобы телефон не упал, не зацепился. Так, путешествую с лампой и штативом. А, да, вот эти красивые.
Вот показывает Беатрича маленькие сумочки, да, три отделения. То есть есть серединка, есть длинный плечевой ремень, одно отделение, второе, среднее закрывается на молнию, длинный плечевой ремень, короткая ручка и вот такая интересная модель. Видите, маленькая сумка. Вот она. Она была кюзура. Да, механический замок. Она показывает, что замочек механический, не кнопка, а именно механический замок. И вот они все в таких разных цветах. Вот он карамель. Вот он какой-то капучино цвет и вот такой насыщенно-коричневый. То есть вот они все три цвета, да, вы можете видеть, вот такие небольшие красивые сумочки. Здесь они получаются без дырочек, однотонные, я имею в виду, господи, не однотонные, а без перфорации, а здесь вот на клапане перфорация, идет вот такой вот, да, да, вот это вот, идет еще такой кантик красивый, вот коричневый. И вот очень красивая сумка, ножки, вот так хорошо все сделано. Вот они три вот такие красивые малышки. Ну это было. Анке интересно пошет. Вот смотрите, сделали пошет. Мягенький, мягенький. Вот он прям. И вот сделали именно интересно вот это место. Кант. Кант на молнии. Вот он получается вот так широко открывается. Здесь все видно, что внутри лежит. Легкий, мягкий. Non c'è tracolla, non c'è niente. C'è la tracolla, adesso si mette. La mettiamo. Да, то есть будет здесь... Mettiamo qua, la possiamo mettere la linea. Да, будет здесь длинный плечевой ремень. Это мы вам показываем пока образцы, которые новые сделали еще. Еще не до, как это сказать, фразоработки. Вот, и соответственно, да, вот так вот красиво. Да, вот такое вот получается пельмешка. Вот такая симпатичная. Да, вот есть короткий ремешок. И она говорит, что они сделают еще длинный. И вот такой вот красивый батончик. Такой пельменчик. Очень красиво. Вот эта вот часть красивая такая сделанная. Кожа сама. Здесь красота кожи. Но если я повторяю, что здесь очень красивая, вот прям такая шикарная, роскошная кожа. О, cosa delle questa? Questa è una pochette. Si ecco. Porta così. Да. Così. Si porta a pochette, così che si infila la mano. Così. Да, можно носить, она говорит, в руке, снимать длинный плечевой ремень. In più c'è l'altra cola lunga da portare a borsa. Да, то есть можно эту сумку носить в разных видах. Она говорит, что можно носить ее как на плече с длинным плечевым ремнем, можно носить как пошет, засовываешь туда руку, и, соответственно, да, можно носить вот таким образом, и можно носить ее на плече. А posso trovare senza fiori? Sì, si può fare anche liscia. Да, но altro tipo, qualche altro tipo perforazione, qualcosa. Non c'è campione? No, non ho il campione. Ok, mo mostra per favore tutte queste che tu vuoi mostrare. Sì. Вот смотрите, да, другой стиль показывает вам Беатриче. Сделали вот эти красивые мешочки. Abbiamo le due sacche così. Вот такие перфорированные мешки. Leggerissima, molto molto leggera. Come ha fatto questo? Come? Да, вот смотрите, ручка перекручена. Да, да, да. То есть вот такой мешочек плетеный и перекрученная ручка получается как любимый узел, который вам нравится. Она без узла, но у нее здесь идет вот этот вот плетеный. Да, еще вот длинный плечевой ремешок есть, закрывается на молнию. И questo più colore. È un brick, un color mattone. Да, да, цвет кирпича. Она говорит, вот цвет как кирпич, вот такая яркая сумочка, цвет кирпича. Вот такие мешочки. Anche piccolo. Lo stesso modello esiste anche piccolo. Questo è carinissimo. Да, и вот малышки такие, совсем крошки. Вот большие сумки, а это вот такие хорошенькие маленькие.
Molto bello. И длинный плечевой ремешок есть, поэтому можно носить на длинные ручки. Questo tutti giù. Ah, questi voglio mostrare. È posso? Sì, sì. Да, вот смотрите, такие сумочки маленькие, с, вот, скажем, да, с кусочками натурального питона, то есть где-то вот, ну, вот какие-то остаются кусочки, да, остатки, вот такие малышки, красивые, вот на молнии, длинный плечевой ремешок, да, и вот такие вставочки, я... Просто вот восхищаюсь, конечно, вот этой вот кожей, да, где здесь вот видна вся, конечно, ее натуральность и ее красота. Вот опять же, как здорово смотрится даже, да, вот с пальто. И вот на одной ручке есть такая же сумочка, то есть есть две ручки, а есть вот так вот все это вываривается, и есть вот такая же сумочка на одной ручке. То есть молния у обоих есть, можно носить ее вот так, а можно носить ее вот так. То есть в руке можно носить на плече. Да, то есть цвет одинаковый еще, Беатриче говорит, что есть другой цвет. То есть можно так, можно так, можно на двух ручках, можно на одной. Да, есть еще вот такая, кто-то у меня спрашивал, с карманами, пока там Беатрич ищет. Вот могу вам показать, есть вот такая сумка. То есть вот они, карманы выпуклые, молния, сзади мягчайшая. Да, вот она говорит, что сумка унисекс. Можно ее носить и женщина, и мужчина. Кармашки, конечно, вот эта вся красота, кожа блестит. Да, вот оливковая, показывает вам Беатриче такая же сумка. Вот она в цвете олива. Пальто. Окей. Questa morbidissima, da, la zip, questa. Più le due tasche. Да, то есть два кармашка, она говорит, и есть молния вот здесь, вот априре. Così. Да. То есть вот так. И да, еще così. Внутри еще кармашки. Карман для документов на молнии, карманы для телефона, для, скажем, мелких предметов, для всего. Questa nera, questa invece l'oliva. Да, вот оливковый есть такой красивый и черный. Хотите черный, хотите оливковый. Да, вот красивые оба, две сумочки, вот такие красивые. В таком красивом цвете. В коже. Ой, какой... Questa seconda, come si dice, come questa NLO, questa altra NLO. Altra NLO, sì. Да, вот вся в заклепочках, круглая. Здесь вот кусочек питона вставлен. И тут келаворационе. Да, да. И вот мягчайшая, смотрите, вот, она говорит, что мягчайшая. Просто вот сумка невероятно мягкая. Анки Тракола. Sì. Да, вот длинный плечевой ремешок есть. Да, вот здесь кнопочка закрывается на кнопку. Тоже необычная форма. Come tu io. Così. Да, вот она получается как блинчик такой. Крепс. Крепс. Да, не знаю, кому скрипа лингва итальяна. Вот так вот красиво получается. Ложится она на плечо, как такой тоже подушечка-блинчик.
Вот так интересно смотрится, да. И все вот так по периметру все идет в заклепочках. Мягчайшая, мягчайшая. Здесь вот идет вакета такая блестящая. Может, добавила. Dimentichiamo di queste che tu ti piacciono come buono. Вот смотрите, какая красивая интерпретация. Сумки Birkin. Birkin? Да, очень красиво. Questo è un pannello intrecciato, tutto pelle intrecciata. Già fatto, sì? Ho fatto mano, ho fatto già comprato. Già comprato il pannello. Да, вот смотрите, вот она говорит, что вот эту плетеную кожу они покупают. И вот посмотрите, вам новое прочтение, вы все любите эту сумку. Я же говорю, мне все тут по цвету и к зелененькому. Вот смотрите, какая красота, то есть вот эта красивая кожа. Опять же, у меня у самой такая модель. Соответственно, тут можно жить. Карман для документов. Вот так закрывается. Модель всеми любимая. Закрывается, хотите, да, просто в свободном полете эти ушки. Хотите, нет. Вот уже такая сумка была, кому не хватило. Altro colore. C'è altro colore, che però più grande. Да, вот, пожалуйста, вам вот эта модель, которая нравится у, у всех производителей, да? Вот смотрите, размер большой. Да, да, и вот такая есть. Она говорит, что есть вот в этой расцветке большая и в этой. Не знаю, мне сказали, что эта сумка продается лучше всего. Первиаджо. Sì, per viaggio, per lavoro, sì. Grande per viaggio. Per viaggio, sì. То есть вот говорят они мне, что вот такая большая сумка продается даже лучше маленькой. Вот смотрите, какая красота, вам новое прочтение сумки, я не знаю, там Birkin, Grace Kelly. Да, вот это очень красиво. Здесь переливы такие, как бы сказать, серо-серо-зеленые. Вот это красивая коричневая модная кожа. Да, один мода. И вот такая же сумка большая. Ми пьячий костюм, да. Вот маленькая, очень красивая. Вот ее хочу взять, потому что она мне действительно нравится. И размером, и всем вот она красивая. Это, конечно, очень огромная, но для зала тренажерного, для поездок. Но вот это хорошего очень размера и очень-очень красивая сумка. Anche posso fare in questo colore e questo colore. Sì, così venduto già questo. Se comprano prima una e basta. Sì, sì. Solo troviamo una. Ok. Questa l'avete vista, poi dopo. Ah, questa che guardavamo prima, c'è anche la jeans. Aspetta, facciamo più vicino, так. Подождите, дорогие мои, сейчас подвинем сюда, чтобы не носить нам. Да, 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 аспетта. Так, вот, да, 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 вот смотрите, показывает Беатриче вам, что еще есть такой серо-коричневый цвет, именно джинсовый, перколоры, перджинсы. Вот он очень красивая такая сумка, спортивная, именно для джинсового стиля. Вот она получается... коричневато-синяя, такая вот, как и джинсы, и, соответственно, due colori più interessante фактура. Sì. Да, вот она. Molto bello. То есть здесь мягкая кожа, здесь она более жесткая, вот эти кармашки такие выпуклые, то есть очень красиво, интересно смотрится. Вот такая вот, да, красота. Так, есть. Cosa prossima? Prossima. Anche questa è bella, di tipo. Anche questa è bella, c'è così e nera. Вот. Nero pensaliva più bello così. Più bello, sì. Вот смотрите, какая красота показывает вам Беатриче, что вот ручка come stampo di coccodrillo. Sì. Вот долька. È chiuso, allora c'è la calamita e in più ha la zitta. Да, да, то есть и молния есть. Да, и есть молния, кнопочка, и форма, интересантная форма, и molto interessante
come manico. Да, сейчас вот все это выстирывает. Вот смотрите, какая, да, интересная. И цвет интересный, и очень интересная ручка. Anche molto interessante questo. Bene, sì. Да, мы стрям пью-пью. Sì. Вот смотрите, как интересно сделана красиво ручка. Да, вот этот вот очень такой molto come coccodrillo vero, molto, non lo so. Вот. Imita molto bene. Да, 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 то есть имитация очень правдоподобная, плюс еще вот это вот, да, присобрана кожа из вот этой перфорированной кожи, получается вот такая красивая ручка. Вся вот эта разнооттеночность, вот этот логотипчик, и вот такой красивый оливковый цвет, и сама красивая форма. Ну, еще и вот эта ручка короткая. То есть есть еще здесь solo due manici, sì. Otra cola. C'è anche la tracola lunga che adesso non c'è, però. Да, то есть она говорит, что еще длинный плечевой ремень, сейчас нету, да, так вот для красоты вот так висит вот такая сумочка замечательная, очень и красивая ручка. Мне очень нравится. Molto bello. Che altro? Andiamo giù in mezzo, potrei avere questo, dammi il baunetto, non so se questo baunetto, questo grigio, grigio, sì, questo l'avete visto? Anche questo, guardare questo, baunetto, questo anche, questo tu hai mostrato? L'abbiamo mostrata, ce l'ho qua, guarda, in nero, l'abbiamo mostrata in domanda di carne, c'è anche nera. Смотрите, вы еще спрашивали про кошельки. Вот есть вот такие красивые кошельки. Вот эта сумочка в черном цвете и вот в таком темно-коричневом. Вот она вся здесь гладкая. Здесь она перфорированная. И вот Беатрича показывает вам такую же черную. И вот есть портфолио. Перкоза. Перкоза. Да. Вот какая кожа. Джинс con delle sfumature marroni. Да. Queste sono tutte pannelli che facciamo intrecciare a mano. Все делают вот это руками. Посмотрите, какая красота. И вот к ней, например, вот точно такого цвета идет вот кошелечек. Так. Per me è ma troppo. Provi tu, così sì. Tu colore mono. Sì, mono. Mie, tutto. Да, вот какая красота. А, bella questa. Очень. И вот это вот, видите, рыжая ручка, цветочек. È chiusa con la zippa. Да, с молнией. Все закрывается, два оттенка разных. Да, вот такая красота, anche alla fodera fantasia. Да, 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 вся цветочная подкладка такая яркая. И вот видите, вот такого же цвета и кошелек, как здесь. Le finiture sono in cuoio. Да, да, и вот ручки сделаны. Questa particolare. Да, и внутри очень интересная. Вот она говорит, что необычная, anche questa fiorina. Altro colore, да, вот она все при стирке, они сворачиваются, цветочки, и получается вот такая вот она динамичная, веселенькая сумка, anche per andare a vacanza, anche per estate, и вот, да, и anche portafoglio, per questa borsa uguale. Uguale, sì. Да, и dentro, да, и вот внутри даже, видите, такое же, то есть оно вот такое же коричневое внутри. Да, и сначала зиппа. Да, для монеток, для перпьяви, монеты. Да, карточки. Le finiture dentro sono tutte in cuoio, in bacchetta. Да, созвучно с сумкой. Uguale colore. Sì, e il colore uguale fa pandan. Bellissimo. Questa bella. Sì, sì. Sì, cosa altro troviamo in questa vetrina? У questo зайчика. Да, вот интересно, смотрите, какой красивый цвет у рюкзака. Вот он такой, molto bello colore. Очень красивый цвет вот этого рюкзака. Не знаю, если... Вот он такой красивый. Очень интересный, красивый цвет. Cosa altro? Proviamo. Dopo ci sono questi generi con le sfere, ma non so se piacciono.
Cosa? Queste? Ne posso mostrare? Queste già abbiamo un colore. Ah, non ti preoccupare, ci penso io. Questo? Sì. C'è questa con le sfere. Noi abbiamo colore più chiaro. L'hai presa allora, ok? Allora, ok? Вот такие, видите, большие сумки. Вот для поездок в дорогу. Тоже унисекс. Вот она большая сумка. Серая. Да, с молнией, с коричневыми ручками, с карманом, на длинном плечевом ремне. То есть это уже вот такие серьезные сумки. Я имею в виду по размерам. Questa, bauletto, handbag. Zip. Quella, questa è da ufficio, questa. Да, и вот такая вот тоже. Просто вот два отделения, да, вот говорит Беатрича, нет никаких тут, скажем, никаких деталей лишних, только красота кожи. То есть рисунок, видите, виден на коже. Колоры блюк яро, эпосо, гвардары, тутто, билеты, детели. А вот колла. То есть длинный плечевой ремень регулируемый. Ой, две скомпарти сепарати. Да, то есть два отделения разных. Не то, что две молнии. Она говорит, что два отдельных отделения. Каждый из них с скомпарту. Да, да, то есть вот и как раз два бегунка. Колла. Вот я ее. Такая сумка как раз таки джинсово-коричневая, то есть спокойная для зала тренажерного, для бассейна, она говорит, для работы, для офиса. Сеном бизони вестито спечали, анке посса квеста, сеном дресс-код. Анке мульто белло, тут топели. Да, вот видите, вот очень красивая вот эта вот вся, видно, как она говорит, что видно все венки, все вот на светлой коже, да, видно вот эта красота. Именно красота самой кожи, то есть очень красиво, вот все, то есть не спутаешь, никто не спросит, уже кожаная сумка или нет. Вот так красиво все выглядит. Ну и здорово, конечно, ходить и в бассейн, и в дорогу, в поездку. Сумка достаточно легкая, с длинным плечевым ремнем, и вот как она говорит, видите, два отдельных отделения с двумя бегунками. Questa. Ok, dopo possiamo passare di là. Sì, andiamo altra parte. Так, questa едем. Irina, questa. Non lo so, mostri, non venduta mai. Questa Gucci style. Sfighi. Stanno piacendo molto. A cosa queste pelle o tessuto? È pelle. Allora, questa è una pelle laminata. Браш, инвекиата. А, то есть ламинированная кожа, она сделана как бы состаренная. Она объясняет, что она как потертая. Обостанция? Набор саперта. Фодерата. Кола буста ин пелле. Да, да, то есть вот внутри такая сумочка для документов внутри. Ма аперта тут, сенса зипо. Да, это итальянский стиль. Это любят так итальянки ходить. Идут, шарф наружу. La misura piccola. Да, вот она маленькая. Ну вот говорит Беатрича, что это последний писк, что это что-то модное. E poi facciamo anche la misura grande. La facciamo anche in altri tipi di pelle. А. Questa la grande. Guardare.
Да, вот видите, вот сделано вот так, как будто ламинированная кожа, потертая, состаренная. Вот такая интересная, яркая. Не знаю, если кому-то это интересно. Видимо, кто-то покупает. И вот она здесь текстиль, кант. Но нет, никак не закрывается. Только молния и вот эта вставка. Перно с Требизонио Дино. Фреддо, Сиси, Фреддо, Невика, Пиолос, Тутто Аперто. Вот такие вот, как бы сказать... Да, это уже такая сумка спокойная, она говорит, что в нормальной коже черной, да, с подкладкой цветной вот такой, то есть... И всегда на бусте импельно. Да, да, то есть внутри вот эта сумочка для документов и обычная, да, такая спокойная сумка из черной кожи, то есть самая такая обычная. Вот теперь есть она вот так интересно, то есть какая-то очень интересная фактура у нее. А come è questa? Questa è una pelle che è intagliata. Viene a tutti degli intagli fatti dalla conceria. La compriamo così. Come righe e delle righe, dei solchi. Да, вот тут вот смотрите, какая-то такая необычная кожа. Вот она какими-то полосочками, как помятая, как порезанная. То есть, ну, такая вот. Non lo so, piacciono russi, mai ho visto. Да, вот такая вот интересная кожа. Ну, показываем, что новое вот есть. Да, и вот anche queste pelle. Queste pelle, sì, con la stampa zebra. Questa buona per vacanza. Ah, questa uguale o una grande o una piccola? Sono uguali, cambia il colore. Ah. Questa è la base nera, ma c'è anche la grande, faccio vedere. То есть Beatrice вот говорит, что вот эта сумка, я не знаю, тут не пойму, что тут разное, да, что-то тут цвет разный, черный, серый, что-то разное. То есть вот сделано как-то по-другому. Questa è la grande. Да, вот как, вот она большая, вот она маленькая, она говорит, вот она, видите, большая, маленькая. И есть такой черный с золотом, а есть вот такой цвет кофейный с золотом. И ручки черные, кант вот этот. Ну, это вот, я, конечно, не знаю. Questa solo per vacanza, così tutto grande bocca aperta. То есть, ну вот шопер, я не знаю, ходить шопер на шопинг или ну вот в поездку. Потому что ну, получается, что, конечно, вот она вся здесь открытая. E che piacciono, che comprano, che nazionalità. Ma piacciono, ma dappertutto, italiani. Perché è un po' il gusto, ma non solo italiani, anche europei. Piace perché quel gusto Gucci, questa l'ha messa fuori Gucci. Ah, то есть она говорит, Beatrice, что это стиль Gucci. То есть это вот сумки, как бы сказать, стиль, мода, стиль Гуччи. Стиль Гуччи. Да, то есть вот в стиле Гуччи, что очень нравится европейцам и всем, потому что это стиль Гуччи. Ну, может, я еще пока не видела, что там Гуччи делают, но вот вам, пожалуйста, модные сумки в стиле Гуччи, которые кто-то мне тут написал, что итальянки почему-то прям все как один носят бренды, что-то я ни одного не знаю человека, кто бы носил из моих знакомых достаточно, скажем, людей высокостатусных. Ну вот, пожалуйста, кому нужны бренды, пожалуйста, вот вам стиль Гуччи. Non saputo che стиль Гуччи è un modello Gucci. Se modelli Gucci. Hanno fatto anche nel piumino, nelle borse imbottite. È lo stesso modello. Borse in cosa? Queste qua. Ah, in facciamo finiamo un pelle e dopo facciamo sì non facciamo qualcosa di differenza facciamo in pelle tutto dopo facciamo nylon così non lo so nostri piacciono non qualcosa nuovo anche per me anche questo guardate anche stile Gucci. Questa, anche Gucci, modello questa Gucci, no, è qualcosa solo questo, sì, solo quelle sport.
Вот, смотрите, такой шопер весь в зебре, он уже стянут ремешочком. Ага, вот такая сумка, шопер, который Questa. Угу. То есть серединка есть, есть два отделения на молнии, тонкий ремешочек. И есть вот в такой в этой в зебре, а есть просто вот в однотонной коже. Queste sono in nappa leggerissima, forse un buio più vicino, più luce, penso. Così. Sì, sì, sì. Questa è una nappa morbidissima, senti, rinza. Да, вот объясняет уже Лора Коноскану, così vendiamo molte borse di nappa. Questa è nappa, questa pelle di agnello. Di agnello, esatto. Да, вот это вот Беатриче говорит, что это мягчайшая нappa. И сделано вот так вот из напы, плетеные вот эти полосочки, вот они сшиты между собой здесь. И вот сделано такой долькой с молнией, с длинным плечевым ремнем, вот ушки. И, соответственно, вот так же перекручен ручком. Вот, пожалуйста, вот такая сумка, интересная, плетеная. С переплетением вот здесь вот такая вот красивая. Anche la sopra cola lunga. Да, detto che si. Ah, ok, sì, sì. Sì, sì. Poi c'è questo modello che è molto bello, è piaciuto. Si apre sempre così con la chiusura. Questa chiusura qua. Механический замок, она имеет в виду, да, клапан. И вот она вся плетеная. La tracolla è tutta intrecciata. Tutta in nappa intrecciata. То есть весь длинный плечевой ремень тоже вот косичкой сплетенный, клапан сплетенный, и вся вот такая сумка, вот она вся плетеная, да. Мягкая-мягкая, то есть вот такая вся объемная, мягкая, как подушечка. Очень такая комфортная, невероятно приятная на ощупь, то есть мягчайшая-мягчайшая, просто вот мягусенькая сумка. Да, очень, мольто-мольто... Сэ-сэ. Morbida. Morbida, sì. Очень мягкая. Poi sempre in nappa, quello tondo, fatto in nappa. Да. Вот такой вот батончик, вот он напис с заклепочками. Да, вот он, видите, это модная комиссия, форма ди мода. Форма ди мода. Да, и тоже плетеная из этой напы. То есть напа невероятно мягкая, но сумки, как вы знаете, что сумки в напе стоят дорого, потому что это кожа ягненка и, соответственно, шкурки маленькие. Queste sono quelle che guardavamo prima in traforato, lavato. Да, вот эта же модель, сделали ее вот с этими цветочками и... Ну вот как стиранная вот эта сумка, то есть сделали вот такую модель с цветочками. Уже такая кожа у нас была, но это новая модель, которая сделана вот с этим, с перфорацией, вот с этими цветочками. Да, цвет. Queste sono sempre quelle triple, in questi due colori. Да, вот они получаются, да, вот эти вот сумочки, она говорит, темного цвета, вот бежевый, вот цвет асфальта, вот с этими вот цветочками такими. То есть кроссбоди на длинном плечевом ремне. Здесь тоже 5 отделений, то есть 3 закрытых, 2 открытых. Вот, и, соответственно, вот цвет асфальт и цвет бежевый. Sì. E questa molto bella piccolina. La piccolina, che è come quella che hai fatto vedere prima con la stampa cocco, fatta così. Да, то есть вот такая же сумочка сделана с вот этими цветочками, как мы видели, штамп крокодил, и сделана она вот так вот с тремя отделениями, вот такими вот. Угу. Да, и вот эти вот перфорированные цветочки. Угу. Ну, то есть такая повседневная сумка, да, per tutti giorni. Per camminare, per tutti i giorni.
Anche mastriamo questo piccolino bauletto. Sì, sì, sì. Вот такой маленький баулчик. Очень симпатичная модель. C'è la zip centrale. Да, молния в серединке. Он такой красивое сочетание вот с этим с вакетой. Sì, esatto. Да, и застегивается questa anche altra tasca. Un'altra tasca. Да, sì. То есть здесь еще одно отделение на молнии вот так застегивается и, соответственно, закрывается на замочек. A posa qualcosa non questi fiorini, posa anche. Si può avere anche con la pelle intrecciata? Ah, come. Tipo adesso qua non c'è. Ah, capito, capito. Sì, con la pelle da, intrecciata. Можно плетеные sì. Вот эти вот и вот эти цветочки можно сделать. Anche bella modella, bella. Sì, molto carina. E dopo vuole tutto ha detto che questi nove. Intrecciate. Intrecci e sì. Questa. Да, и вот такие вот новые сделали мягкие сумочки из Напы. То есть вообще невероятно мягкие, 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 мягкие. И, соответственно, вот такая интересная ручка сделана questa pelle. То есть вот здесь вакета жесткая, вот такие ушки торчат. Интересная фурнитура. Открывается механический замок, кармашек для документов. Длинный плечевой ремень есть вот черный, чтобы ее носить. Закрывается тоже на механическую застежку. Вот этот длинный плечевой ремешок. Ну, facciamo non guardi, он пик, он сиси. Вот он, смотрите, вот он. Faccio vedere. Sì. Вот она такая мягкая сумочка, очень необычная ручка, come di moda, come stile, no? Fai avanti così bella, con questi come non lo so come gatto, qualcosa di sì, 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 sì. Le orecchie, sì, i baffi, baffi da, baffi dal gatto, da, usa molto cata, голубая e вот такая же вот видите кобальт, colore, да, цвет вот кобальта, темная, черная, вот это вот металлизированная здесь более темная кожа вот с этими ушками, sì, carina. Poi dopo c'è il nero, giusto? Nero, ah, bianco. C'è cioccolato. Cioccolato. Anche colore di moda. Вот она шоколадного цвета, такая же сумочка вот с этими ушками. В шоколадном цвете. И еще она говорит, что есть такая же черная. Ha detto che esiste nero. Sì, sì. C'è anche nero. Lo vado a prendere? No. Possibile dire che è nero. Se loro piacciono. Okay. E anche questi piacciono. E c'è anche il camoscio. Ah. Stiamo benissimo. Da, вот еще, смотрите, и в замше. Вот кто спрашивал, замшевые сумки. Есть еще, вот она и в замше, вот эти ушки. Есть еще и такие сумки. Молодые. Да, тоже Анки Напа Квеста. Она Напа с камушата. Да, okay. То есть Напа замша. Ну, то есть, как это сказать? Замша наповая, Напа замшевая. Anche Napa замша. Какие-то. Okay. Потом сделали вот такие вот, сделали красивые плетеные баульчики. Вот из Напы. Тоже просто нежнейшая, мягчайшая, мягчайшая, нежнейшая кожа, донышко. Опять же, поскольку это Напа, вот видно, что кожа мягчайшая, она собирается вот так в складочки, завязывается на шнурочек. И, соответственно, вот она, сейчас секундочку мы ее развяжем, вот она, получается вот такой мешочек, баульчик на шнурочке, длинный плечевой ремень, вот он есть, длинный плечевой ремешочек. C'è il manico così, oppure? Да, ручка вот такая. Oppure così intrecciato. А, то есть два вида, вот видите, можно делать вот такую вот, скажем, и сплетенную вот такую.
Да, а можно делать вот такой вот ремешочек. Да, вот у Беатричи она оливковая сумка, коричневая. И вот она такая вот голубая. Коричневая, голубая и олива. Очень мягкие, необыкновенные просто. Вот, конечно, эта кожа мягчайшая, мягчайшая. Не знаю, где вот ее вот такую покупают. Мольта-мольта. Visto differenti tipo di Napoma, questa molto molto morbida. Bella. Да, то есть вот очень хорошая Напа, такая мягкая, мягкая, мягусенькая. И вот такой вот получается плетеный кисетик. Классный. С длинным плечевым ремнем. Шоколад, олива и такой ярко-синий. На фоне, чтобы далеко не отходить. Вот синий красиво смотрится. Шоколадный из этой Напы красиво. И оливковый. Монтебелла. Завтра. А, постиджер на старте. А, вот этот пошель показывает. Да, вот он замшевый. То есть вот он здесь бежевый, чтобы видно было хорошо. Замшевый, да. Так, сейчас туда подвинемся. C'è questo pellame. Да, вот мне больше всего понравились эти сумки. Я когда увидела первый раз, то вот эта вот кожа... Montone pagnottato. Non so come dire. Che ha questa grana tipo elefante. Да, вот сделано, как бы сказать, вот это монтоне, оно сделано как слон. Вот такими крупными вот этими ячейками. Вот это большой шопер, который всем нравится. И вот он сделан вот такими вот ячейками, как слон. Вот такими большими. Очень блестящая мягкая кожа. Ангипикулина. Да, вот она, видите, такая, да, шопер есть. Вот этот большой шопер есть. И маленький, и пиколина. И пикола. Да, и вот он есть из такой же кожи маленький шопер. Угу. Вот она красивая такая кожа, именно вот мягкая, морбиды. Вот она мягкая, показываю вам ближе. Вот она, видите, вся как такая вот, как слон, как тиснение, как будто под слона. Вот сама по себе красивая кожа. Энки тракола, а здесь вот текстильная, да. Però si può avere anche un nastro più scuro, se non Да, то есть можно сделать, Беатрича говорит, что можно сделать более темную текстиль, вот этот полоску можно сделать. Tipo nastro nero. Да, можно сделать вот этот текстиль не, nero, например, beige. Не желтый, а черный с бежевым. Вот такая вот получается красивая сумочка, да, черно-бежевая. Да, и вот оливковая малышка, да, и альтранера. Poi альтранера, dopo ci sono, vabbè, queste, non so se il genere, non lo so, ma speriamo. Facciamo vedere. Так, сейчас мы просто покажем вам все, что есть. Да. Вот так, вот такие вот еще. Nero in questi pellami diversi. Да, вот такая вот кожа, видите, зеленая, черная. Да, это вот из Напы с таким ремнем. Сумки фиолетовая, черная мягкая с ремнем. Три отделения внутри, Сокольно. Да, ремешок, длинный плечевой ремень. Есть она пикола, пью пикола, пью гранда. Да, вот эта сумочка меньшего размера, тоже из Напы. И вот такие вот какие-то люминесцентные. Cos'è queste pelle? Questa è una pelle stampa lucertola. Lizard. А, то есть этот, господи, я уже не помню, что такое, как он называется. Лизард. Игуана. Игуана. Игуана, да, вот такая вот на коже тиснение игуаны.
блестящая она с вот этим ремнем сверху. Sempre le большая, tre маленькая, три, да, три отделения. Это вы mostrare queste due nuove modelli. Sì, questi, sì. C'è questo nuovo modello. Да, вот эти вот, вот такая красивая сумочка с ремешком, всем с этих самых, да. A questo motivo della cintura particolare con questa fibbia. Да, с вот такой застежкой, пряжка, да, необычная, вот такая вот, говорит Беатрича, что это тоже мягчайшая кожа. Вот они, вот эти идут люверсы, вот такая необычная пряжка, мягкая, вот она идет и с этой стороны, вот так же переходит сюда, молния. Длинный плечевой ремень с, скажем, с люверсами тоже, заклепочками. И получается, что вот цвет такой кофейный. Тоже вот видна вся, скажем, красота самой вот этой кожи состаренной. Белла, molto bella, sì. Anche questa è già mostrata, no, non questa non l'abbiamo mostrata, però sono questa è il colore grigio. Come quelle altre. Ah, да, вот эти же сумки. Aspetta. E c'è anche in colore grigio. Вот, вот такая же сумка, да, вот эта в сером цвете. Она говорит, что вот тоже, но только не такие они, не, видимо, кожа жестче, она не так сжимается, то есть нет вот этой вот, скажем, зернистости, да, вот такой большой. Она più duro, che questo. Poco di più. E perché non ha fatto come questi piccolini? Perché non c'era la pelle di quel colore, di questo colore qua. Ah, то есть она говорит, что вот серый цвет, они нашли вот такую кожу. Черный, да, нашли тоже, она говорит, что тоже она все равно мягкая, да, вот такая серая. Questa была anche grande. Grande non ce l'ho, grande ho questa. Да, и вот такой большой шопер. Да, вот такой прям большой-большой серый с магнитами, он закрывается на молнию по всей линии. Al magnete nascosto. Магниты, подкладка. Dietro c'è una tasca. Да, карман сверху. Мне клиент на коноске, она già comprata questa. L'ha fatta anche... Giallo e blu. Nella lavata, esatto, sì. Già conoscono. E poi farai vedere a questo punto il tessuto. A questa. Camoscio? No. Questa? Sì. Cos'è? Cos'è anche in occhiali, non ho visto lontano. Ah, вот еще видите, какой crossbody с клапаном. Sì. Con tutte le borche. Да, все вот эти borche. Вот заклепочки сделаны. Карман для документов, да, и... Sembra tipo la forma di una busta da lettere. Да, как così. Сумка почтальона, да, она говорит, сумка для писем. У них это так называется, у нас называется сумка почтальон, да, у них così. Называется сумка для писем. Sì, capito, grande. Questi piccoli e queste grandi. Anche voglio ti mostrare questi dove grigio, tutti che sì. Domandano. Сейчас, девочки, подождите, я перееду. Костя? Да, вот кто-то у меня спрашивал про вот эти сумки. Вот они, видите, бело-серые. Да, и очень интересная расцветка здесь. Questa misura più piccola. Ага, вот эта сумка такая. Questa per viaggiare. Sì, per viaggiare, per fare in palestra. Questa, da, qua, capite, questa è bella che ha uno scomparto qua per computer o per cosa? Volendo ci può stare anche il tablet, quello da, piccolo, no, da, anche questo отделение для, для computer, для еще чего-то, карман для, скажем, для документов, да, на молнии, и еще какое-то отделение, еще одно для più aspettami, più lontano. Più lontano. Да, и вот. C'è la tasca in pelle all'interno, che è molto bella, da doppia. Ha la zip. Да, то есть карман из кожи, да, двойной. Она говорит, что карман один на молнии для документов и еще для телефона.
Я penso per telefono, per qualcosa, да, длинный плечевой ремень, вот комбинированная сумка серая, светло-серая с темно-серым, да, то есть вот она, видите, такая разнооттеночность, если вот с черным, molto bello con colore nero, то есть очень, очень красиво с цветом черным. Allora, вот большая, маленькая, questa misura c'è anche in questo colore, colore tipo deserto. Вот она говорит, что цвет как пустыня. Есть вот такой бежевый с черным, да, и есть белый с серым. То есть вот разные. И anche pelle, un questo borsa, come un questo shopper, come elephant. Sì, esatto, esatto. Лучше, ну давайте я покажу на этой. Да, вот видите, вот это, на донышке, да. Вот этот тоже такой вот как слон, кожа вот она. Я пытаюсь показать вам, чтобы свет падал. И вот эта разнооттеночная серая кожа, красит ее все вручную. Все красят вот так руками. Донышко, черная молния, вот вся она такая бело-серая. Это вот очень большая сумка, 10, 20, 30, ну сантиметров 50, наверное, вообще дорожная практически. А вот это вот... Questa la shopper. Ну, вот видите, и вот тут вот тоже вот такая же вот эта кожа, вот она, свет падает, и вот он как слон. И вот здесь размер поменьше, здесь вот лучше видно, да, черные вот эти ручки, заклепочки. Тут вот она вся такая бело-серо-черная, черное донышко. Вот, и вот про эту сумку у меня спрашивали. То есть отделений много тут для нее, но больше здесь, конечно, дизайн внешний, что она необычная. Sì, sì. Mostrato è dove tu lo sì. Questa è la shopper più semplice. Da, вот shopper chiusa con la zip. Простой, с молнией, да, закрывается на молнию, большой, длинные ручки, да, такая совсем простая сумка, просто вот этот. Практика, да, лавараре. Ну да, такая, она говорит, практичная. То есть большой шопер, практичный, красивый. Вот этот вот разнооттеночная кожа. Светло-серая, белая, да, черная. То есть вот кожа такая переливчатая, переходами. Серо-черно. Да, и вот это вот еще, видите, теснение. Да, вот она говорит, что вот... Вот она, видите, как будто, ну вот руками теснение. Вот это вот крокодил. И еще плюс руками... выкрашенная, то есть здесь вот именно кожа красивая, то есть сумка простая, но кожа красивая. Questa non so tipo da uomo. Это вот как бы unisex, ma penso uomo, no? No, niente, sì. Più per donna, sì. Così per uomo, molto, okay. Molto strano. Ok, e dopo nylon? Sì, dopo sul nylon c'è questa col cavallino, con il pony. Ага. Да, и вот такая большая сумка с пони, донышко с пони. То есть вот она идет сверху такая сине-зеленая, да. А это вот снизу очень мягкая ковалина, видимо, такое вот, ну как бы сказать, короткостриженная ковалина. И вот большая сумка дорожная, угу. Зеленая с молнией. И снизу сделана, да, вот этот мех пони, лошадка. То есть большая сумка, одевается на плечо, и вот так вот с ней, да, в дорогу, еще куда-то можно ездить с этой сумкой. Тоже пони. La misura più piccola. Да, и вот такая вот сумочка поменьше, и это тоже пони. То есть мех пони, но вот такой веселенький. То есть вот это вот серый цвет, да, вот это вот розово-бежево-черный, то есть вот тоже мех пони. Здесь такая она красивая и, соответственно, что-то такое необычное, свежее, именно пони с таким вот донышком. Due misure, grande e piccola. Большая и маленькая. Abbiamo questo bauletto che abbiamo in due misure così anche più grande, tipo da viaggio. Да, вот такая сумка для поездок. С вот этой такой сжатой вываренной кожи, вот такого необычного, скажем, дизайна фактуры. То есть здесь вот она вся такая вываренная, а здесь вот такие ручки,
ну, как бы сказать, трапециевидные ручки, отстроченные. И все равно типа веранды. Вот она говорит, что Беатриче говорит, что есть такие большие сумки, есть такая вот эта маленькая, есть такая большая. Сейчас она вам принесет, покажет большую. Девочки, меня там слышно, видно, что-то не вижу, никакого движения. Там-то сердечки хоть едут в этом ВК, а Инстаграм? Напишите, пожалуйста, кто-нибудь там, есть живые? Потому что, не знаю, туда-сюда телефон носим, надеюсь, что все работает. Тут холодина просто неимоверная, ее уже инеем покрылась, поэтому надеюсь, что не напрасно. А, ну вот, вижу, эти поехали, как называется, о, мамами. Поехали сердечки, да, и спасибо большое, а то не вижу никакого движения. Questa è la misura più grande. Да, вот они, вот принесла Беатриче сумку большую и сумку маленькую. Вот она большая, вот она маленькая. То есть вот большие, вот маленькие. И вот questa она разная. Nappa morbidissima. Да, вот она разная. Вот она разного дизайна. Она говорит, что вот мягчайшая напа вот такими складочками. То есть вот она сделана из мягчайшей кожи. Донышко. Ma questa è pesante, niente succeso, se morbide pelle. No, non fa niente, è rinforzata dentro. Ну вот усиленная внутри, она говорит, не знаю, здесь все-таки кожа очень мягкая, если в сумку много наложить, я бы, честно говоря, ну, если немного носить, потому что где-то там усилено внутри, но мягкая кожа. Си-си. Così se dopo fanno, si-si. Да, длинный плечевой ремень у нее по бокам. И вот они сделали ее вот в таком же вот потертом как виде, когда вот как состаренный вот этот ламината состаренная. Такая она. И вот это вот, скажем, собранная, да, вот в такие складочки бордовые. Вся вот, видите, тоже такие вот здесь. И вот этот немножко этого элефанта. И здесь вот она вся такая жмяканная кожа. И, ну, не знаю, как лучше сказать, короче, вываренная. Фактура интересная у нее. И вот такой красивый бордовый цвет. Да, вот такой вот. И dopo guardiamo nylon. Sì. Вот, сейчас вот, да. Sì, sì, dove andiamo questa parte? Vuoi far vedere intanto qua quello con le mostro? Scusa? Ioina, che vi facciamo già vedere da qua? Sì, 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 facciamo per non per portare. Si vede meglio qua. Так, per portare, non per portare. Sì, sì. Tutta roba qua, facciamo così. Ok, mostri tutto la tua bellezza. Так, а quando non lo so prezzo più o meno per sapere loro non vendono questa roba, anche non capito completamente quanto costa. Sì, 32 la piccola, 35 e 38. Где-то, ну, будет, наверное, 70-80 евро стоит вот такая сумка. Приблизительно с дорогой совсем. Даже... Да. Colori, verde. Вот они, матута аперта. Аперта, questa è sempre modello Gucci. Тут, ну вот говорят вам, что это модная модель Gucci. Все совсем открытое, просто нейлон, да, вот он черный, розовый, зеленый. Ну где-то, наверное... C'è topa. Да, около 8000 будет, может быть, topa. Больше, да, вот такая сумочка. Я не знаю, сколько будет стоить дорога на такие сумки. Oppure laminato. Silver. Даже, наверное, скорее еще ж дорога у нее будет. Ну, 1009, может быть, будет 10 стоит, не знаю. С дорогой, с растаможкой. Да, вот смотрите, есть такой цвет темное серебро, светлое серебро, кожаные ручки, донышко. Она, конечно, совсем, ну, вот, открытая. Трамизуре, пипа. Да, то есть три размера, маленькая. Медиа. Средняя. И большая. La media e la grande ci sono anche in platino. In да, gold. Есть вот платина и anche fattori. Sì, diverso. Да, вот сделано еще вот такое вот, типа тут снежинки, что-то такое. Vai un po' lontano così non guardano tutto.
Да, и вот такие сделаны снежинки или что-то такое на ней вышито еще. Аргентом. Да, на этом квадратике просто вышиты на серебристые сумки, на золотистые вышиты снежинки. E poi abbiamo anche il maculato, che c'è anche piccolo, piccolo e medio. Il maculato cos'è? E la stampa print. Tipo leopard, что-то такое, да, 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 вот такой штамп леопард или что-то такое, кожаные ручки, штамп леопард и нейлон. Это все, да, все нейлоновая сумка. То есть они где-то будет маленькая, может быть, будет 1009-10 стоить, большая. Grande c'è il verde, arrivo che lo prendo. Да, большая есть, зеленая. Che bella. Да, вот такой яркий, насыщенный цвет, зеленый. Серый, черный. Top, nero. Вот он есть такой красивый талпы серо-бежевый. Вот. Они вот так все. То есть вот вкладыш есть только, да, сумочка для документов. И есть вот такой черный. То есть вот он бежевый, черный, зеленый, платина, серебро. Вот так, вот такой вот нейлон. Фуксия. I colori sono questi. Да, есть вот такие. Да, есть вот такое большое серебро. Да, и вот такая, вот такая еще сумочка. Sono fucile. Очень легкие, большие, да. И oro. И есть вот платина, золото со снежинками вот такими вышитое. Да, и есть вот серебро с квадратиками. Вот есть платина и серебро. Большие, маленькие, средние. Тут есть модели. Тут три размера. Вот в разных цветах. Там зеленые есть, вот серые, черные, платина и серебро. Да, вот он серый цвет, и есть еще фуксия. Фуксия. И фуксия. Ну да, это может быть на лосо пещина, как сидича. Sì, ma è palestra, sì, oppure anche per shopping. Cosa veloce. За покупками. Может быть, если говорить за покупками, куда-то ходить. Deve aver fatto vedere tutto. Che altro nylon qua? Qua nylon. Так, чтобы не упал штатив. Ну-ну-ну, давай п'ю лучше, нам лосо. Так, п'ю лучше, так. Окей, почему кузи. Вот сделали вот эти модели, что мы вам показывали в коже, и сделали в нейлоне. Да, я не знаю, не продавала никогда такие сумки нейлоновые, да. Вот, сделали, они вам показывают, да, не знаю, можете высказать ваше мнение. И вот. Поэтому, да, мнение алхимии, Беатричи, они говорят, что у них модно. То одичики пер итальяне де мода. Sì. Ну вот в Италии модно. Кто говорит, что вот равняется на Италию, в Италии это модно. Поэтому можете тоже вот смотреть, что в Италии нейлон модно. È l'alternativa per, diciamo, alla pelle, cioè questo tessuto leggero. Да, что альтернатива коже, что оно легкое, вот это вот, ну вот это хотя бы такая интересная сумка, кожа с нейлоном, да, вот она, видите, да, вот такая вот, ну, как бы сказать, хотя бы нейлон с кожей, она, ну, хоть такая, как это, выразительная сумка.
cose. Poi dopo c'è lo zaino, c'è quella, lo zainetto. Да, вот она говорит, рюкзачок такой же нейлоновый, черный, да, с кожей. Да, вот рюкзак с кожей. Leggero e le finiture sono in nappa. Да, то есть карманы из нацы, а здесь из мягкой напы, а здесь нейлон. Или вот такой вот, скажем, багет из нейлона с con qualche tipo un bouclé, tipo textile, il textile, esatto, sì, sì. Da. Tipo textile. Quella che c'è in due colori? Da, due цвета, то есть metallic, да, розовый с фиолетовым и metallic с чёрным, по-моему. Да. Questo è un marsupio. Allora questo le metto qua e ну где-то это будет 6-7 тысяч стоить, эти будут сумки из текстиля. Questa è una tracolla. Questa da passeggio è carina. Да, tipo для прогулки легкая. Oppure si può mettere anche in cintura. Да, можно также да, цеплять на пояс эту сумку. И тут две кости. Да, и вот две вот такие вот сумки, да, красные и платиновые, да, как мешочки, как, скажем, эти, господи, боже мой, как кисеты. Как помню. Кисеты из нейлона. Угу. Ну да, вот красный с черным и с напой, и платина. Тоже с напой, да. Вот комбинированные такие мешочки, кожа и нейлон, кисетики. Тракола из напы, имбутита. Да, то есть вот из ручка из напы и мягкая морбиде тут комода. Sì. E poi, per ultimo, abbiamo queste che sono in cavallino, in piumino, in nylon, parte questa, e montone. Questo montone vero. Да, то есть вот мех, этот монтоне, то есть овчина и нейлон. Вот, да, они сделали вот овчину и нейлон. Quindi il verde è abbinato all'argento. То есть вот зеленый с серебристым сделан. E l'arancio è abbinato al cioccolato. Оранжевый с коричневым. Hanno anche la tracolla lunga. Да, то есть длинный плечевой ремешок, он, я вижу, да, виден. Толстая такая мягкая удобная ручка из напы. И вот сумка двухсторонняя получается. Или мех идет оранжевый с коричневым, или же зеленый, овчина зеленая с серебристым. Да, да. Легкие вот такие, она говорит, что удобные, типа легкие перпогулять, да, для прогулки легкие. Окей. И тут пиколина, Джона Финита. Да. Questa. И вот такая небольшая сумочка, тоже вот она идет. Nero e... Nero e arancio. Да, вот черная, идет с оранжевым мехом. Фодера колората, да, цветная вот такая вековичина. Яркая подкладка, да, все такое цветное, яркое, красивое. Латраколла. Да, длинный плечевой ремешок и маленькая такая сумочка, мех с нейлоном. Ну вот, non stato a fiera a Milano. Sì, noi mostriamo tutto. Да, мы показали вам с Беатриче. Sì. Tutto mostriamo tutto collezione di alchimia per questo inverno. Девочки показали вам
забываю, что нужно говорить уже на русском языке. Мы показали вам, поскольку я не была на выставке в Милане, мы вам сейчас показали всю зимнюю коллекцию, которую приготовила фабрика «Алхимия». Что-то, скажем, для нас привычно, что-то непривычно. Вот они работают очень много на европейский рынок, соответственно, вот показывают вам то, что у них пользуется спросом, и то, что они шьют. Соответственно, вот это вот мы показали то, что есть в наличии образцы. Можете скриншоты пересылать, цену будем запрашивать, потому что некогда считать, некогда сканировать. И, честно говоря, я завтра уже улетаю, очень холодно мне здесь и даже в помещении. Поэтому вы запрашиваете, присылайте скриншоты. Если что-то вас заинтересовало, то можно будет это все заказать. До Нового года доедет уже вряд ли. Ну, вот такие универсальные сумки, которые можно носить весь год. Вот эти поджинсовые, вот такая модель. Что-то я немножечко, может быть, возьму, чтобы для продажи у нас в магазине. Ну, все остальное на заказ. Я не знаю, можете просто высказать мнение по поводу этого нейлона. Сейчас здесь не все носятся с этим нейлоном. Ну, видимо, цена более низкая. И, соответственно, может быть, у них востребован этот нейлон в их климате. Я не знаю, интересно, если вы скажете свое мнение по поводу этого нейлона. Domando che sua opinione di questa mai venduto non lo so. Allora che giustamente se, domando sì. Se piacciono scrivete sì. Di questo nylon se danno un feedback sì sì tu hai lavorato mostrato sì. Loro possono anche domandare tutti i modelli fanno come tutto screenshot sì, facciamo certo. E prezzo e tutte le possibilità e tutti i colori giusto. И она говорит, что вот, ну, там какие-то сумки можно в другом цвете заказать, может быть, не все образцы есть. Беатрича говорит, можно сделать так. Ну, в общем, если что-то интересно, присылайте нам скриншот, и будем тогда все возможности, ну, обсуждать, что можно сделать в таком цвете и в таком цвете. Так что все вам показали, всю коллекцию практически показали, когда поворачивали на витрины, мы вам все показывали. Опять же, вот... как бы это сказать, стиле с печали, тут типа стиборсы, тут дизайн, то есть вот немножечко мы повернем, да, вот второй владелец фабрики со салюта, Настра Сквадра, салюта, кэсси. Но ло соколкоме... Си, Джузеппе. Вот Джузеппе. Che ha creato l'azienda, è mio padre, sì. Scusami, no, perché se sta tutto freddo e dopo no, i nostri anni, salvato come si fortifica, si fortifica. То есть, вот, пожалуйста, это, я думала, что это муж или брат Беатричи, оказывается, это папа. Quanti anni ha? 81. А Марсу 82. 81 год. Человеку. Я думала, нашего возраста. Видите, что надо жить не в тепле, как у нас, а вот в таком холоде. Тогда будем все сохраняться. Come мамонты dentro ghiaccio. Sì. Se freddo, come мамонты, come ghiaccio. Вот, так что вот, пожалуйста, это вот основатель фабрики, человек до сих пор работает, помогает что-то делать. Вот Беатриче, и он по воле мастрары, тут перспектива. Да, вот покажу вам немножечко, мы тут немножко навели беспорядок, потому что все снимали, показывали, и вот видите, даже стиль получается вот в стиле этих сумок, то есть дерево, все эти такие, скажем, подставки деревянные, все вот такое интересное, соответственно, вам все вот это показываю, если что-то вам интересно, вы можете заказать всю вот эту коллекцию, то есть любую модель, вот модели мы вам показали, вот они есть в разных цветах, ну и соответственно нейлон. Окей, faccio così con noi. Вот, и вот большое спасибо, да, что grazie, человек, buona serata a tutti. Più vicina, что Беатрича меня сегодня встретила, и с отелем совсем решили вопрос, то есть забота и, скажем, как это сказать, внимание очень приятное. Так что заказывайте то, что вам понравилось, и пишите просто, пишите, пожалуйста, под, если вам не трудно, да, напишите под эфиром, что вы думаете о нейлоновых сумках, о меховых сумках, о разных типах кожи. Они все читают, им всем интересно, они все трудятся для вас.
хотят, чтобы вы видели то, что, допустим, не приезжают они в Москву, что они показывают здесь в Милане на выставке, чтобы вам показать. Может быть, эти посибели квести борсы, тути ди мода, может быть, модные вот эти вот, скажем, в зебре, в леопарде, может быть, эти балоньевые модные. Ну, я не знаю, тут же вот мы всему учимся, вот вам показывают, что носит Европа. Не кто-то, все огульно носят бренды. Вот все огульно носят, извините, вот этот нейлон. Кто у кого-то разная Италия, может, по телевизору видят. Я, к сожалению, в реальной Италии, не знаю, посмотрим. Так что ваше мнение, эрудиты. Buonasera. Buonasera a tutti. Всё. Grazie. Да, вот, спасибо большое. Grazie, ciao da Bologna. Да, вот, привет Италия. Вам из Болонии, из Италии, из реальной Италии, не по телевизору показанной, да, а из реальной Италии. Scrivono grazie mille tutti, molto piacere, tutti scrivono, tutti mandano anche saluto. Всё, девочки. Grazie a tutti. Закрываем директ. Спасибо вам большое Чао. За внимание, что были с нами. Чао. Совершить. Квест Кьюдиама. Завершить. Квест в директаменте и на интернет. На суперке. И квест Кьюдиама. Он посох.